Всем привет! Вот такое у нас утро сегодня. И мы приехали в ДМБ. Я буду сдавать на пермит. Что такое пермит? Он очередь стоит, ждет, когда откроется. Это компьютерная программа, по которой можно сдать правила. Ну, на знание правил дорожного движения. И просто тест на компьютере сдаешь. И из 20 ответов, если ты 16 ответил правильно, то ты прошел. Ну вот, пожелайте мне удачи. Потом расскажу, как обстоит дело. Ну вот, сдала я пермит. Учила я дома по компьютеру, по тестам, то есть те же самые билеты, только дома я на них отвечала, и точно так же, как и в ДМВ, проходила тест. Сдала с первого раза и сдала без ошибок. У меня был переводчик, можно здесь иметь переводчика, когда сдаешь, на компьютере, когда вопрос отвечаешь. Но когда потом будешь сдавать на машине, то уже без переводчика. Переводчика уже нельзя с собой в машину сажать. Вот так выглядит мой документ на обычном листе. Пока что это временный документ, лист А4. Временные документы придут мне по почте, и также по почте потом придут мне уже документы, которые настоящие. Настоящий driving license придет по почте мне. Вот. Ну и получилось так, что чуть ли не целый день мы потратили на это, потому что с утра я приехала, сдала, но они никак не могли подтвердить мой статус, что я легально здесь, в Америке. И пока, разобрались, мы уехали, пока они разобрались, сначала сказали нам, что дней через 6 подъезжайте, но потом, позвонили, сказали, приезжайте, мы разобрались, приехали, и уже дальше все, сделали, и сфотографировали, и все. Слава Богу, хорошо. Теперь пермит есть, и я буду учиться уже водить машину. Водить машину здесь можно, с пермитом, как я еду за рулем, и человек, у которого есть права, которому старше 21, который старше 21 года, просто сидит рядом и помогает, подсказывает, учит. Либо можно пойти в школу, но в школу это дорого, хотя мне могут оплатить, но мы так подумали и решили, что это будет отвлекать только время от учебы английского. И решили, что мы сами справимся с этим. Всем пока-пока.